В Самаре дали старт 23-му международному фестивалю «Кино детям». В течение 5 дней юные зрители будут смотреть и оценивать лучшие произведения российских и зарубежных кинематографистов. Состоятся премьеры игровых, анимационных и документальных фильмов производства России, Южной Кореи, Швеции, Белоруссии и Узбекистана. Показы пройдут в 8 городах и более 10 районах региона.